Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Вчера я испекла свеженький хлебушек, сегодня с утра захотелось прямо вот на мазочку. Сейчас быстренько мы ее сделаем, и я вам покажу. Когда у меня были свои кабачки, я постоянно хотела вам это показать, но вот не нашлось времени. То одно, то второе, то третье. Намазка будет состоять зелень, кабачки, плавленый сырок, лук репчатый, морковь, чеснок. Соль, перец еще будет. Сейчас мы лук, морковь и кабачки мелко порежем, потушим на сковородке. Потом все это вместе смешаем и через блендер, и будет вкуснейшее, очень даже достойное для диабетиков, для диетического питания намазочка. Лук с морковью немножко притушились, опускаем кабачки и тушим их. Я тушу всегда не сильно, так до полуготовности, не совсем в кашу. А так, чтобы мягкое стало, чтобы можно было через блендер размельчить, и все. Это все можно есть сырым. И вот наша вкуснейшая намазочка уже готова. Она у меня постояла немножко в холодильнике, остыла. Это супер! Это для тех, кто не любит на основе творога. Мне многие уже давно пишут, что сделайте какую-то намазку на основе творога. Ой, без творога. Вот, сделала. Это очень вкусно. Это необыкновенно вкусно. Вы даже не представляете, как это вкусно. Здесь нету у нас вредных углеводов. Все наше, все собственного приготовления. Хлебушек я люблю вот так, тоненький. Побольше намазочки, поменьше хлебушка. И все здорово. И муж также у меня. Муж вообще мне может есть без хлеба это. Ложечкой в прикуску. Вот такая красота. Соль, перец здесь по вкусу. Я вам не показала, что добавила. Камера у меня была выключена. Ну, соль и перец, все. Больше ничего не надо. Вкуснота. Попробуйте. Может, кому-то понравится. Нам это очень нравится. Мы бутерброд раньше делали. Вот тоже почти самое. Кабачок, помидор там, правда, был. Сыр в духовке делали. Чеснок. И здесь все вместе только перемешать. И точно такой же будет бутерброд. Вообще вкусно. Кабачок не чувствуется совсем. Ни сыр не чувствуется, ни кабачок, а что-то все вместе такое интересно, волшебное. Волшебный вкус, правда. Спасибо, что были со мной, посмотрели, послушали меня. Пробуйте, делайте это. Это бюджетно, это не затратно, это для здоровья. Самое то, сахара у вас не поднимутся. Всем пока-пока и до новых встреч!